вообще надеюсь, что и мои обзоры смотрят и девушки, которые интересуются кроссовками. И сегодня у меня такая вот распаковка. Это нифига не унисекс. Это чисто для девушек. Модель, как вы уже поняли, Jordan. И, ребят, я немножко... Хорошо, и девушки тоже. Ребята и девчонки, я немножко припозднился. 8 марта уже прошло, но именно эта модель была выпущена к 8 марту. И она поэтому своего рода уникальна. Был такой вот небольшой дроп на всех известных площадках, включая официальный сайт Nike. И я просто достану. Такс. Легко открывается, но вы уже можете понять, что коробка она достаточно такая мелкая. Что это действительно женская модель. И вот эти вот прекрасные Джорданы сегодня, они, конечно, уйдут в подарок, но в любом случае мне захотелось их рассмотреть. И, как я уже сказал, именно эта модель была выпущена к Международному дню женщины или женскому дню, называйте как хотите. Но, ребята, они очень крутые, классные, и просто нужно посмотреть поближе. Конечно же, уже каждый из вас знаком с Джорданами единичками, а это именно единички Low. Но, девчонки и ребята, именно эта модель была выпущена, как я уже сказал в начале видео, к Международному женскому дню, и поэтому она заслуживает особого внимания. И прежде всего, я, конечно же, хотел сказать немного и показать материалы, которые использовались при создании вот этих Джорданов. И, ребята, действительно сделано очень качественно. Nike постарались. Тут, смотрите, идет сочетание гладкой кожи и такой вот wild leather или типа нубука. И, соответственно, переходы, смотрите, здесь уже такая более грубая кожа. Интересный swoosh. Он идет, получается, по всей линии задней части кроссовка. Также добавлена ткань. Здесь также вот такая вот нубук, отделка. Сам значок тоже выполнен, смотрите. Интересно. И цветовая гамма вообще подобрана очень даже прикольно. Как всегда, все классика. Сделано во Вьетнаме. Я думаю, что даже можно будет разобрать. Стелька не вытаскивается по всей классике, но, опять же, это не то, что заслуживает прям такого особого внимания в данных кроссовках, а это именно как они выполнены и вот эти вот надписи. Да, вы только зацените, это точно будет бросаться в глаза, и это because one day this day will be our every day. So unity, здесь у нас equality. Все, что нужно девчонкам, чтобы выделяться на 100%. Даже вот такие вот мелкие детали в виде вышивки. И я всегда обращаю, как выполнен непосредственно значок Air Jordan. И здесь он, ребята, выполнен великолепно. Насколько вы можете это наблюдать. Смотрите, насколько он круто. И видно в виде печати, знаете, такой вот. Можно даже потрогать. Очень интересно. И дальше у нас все достаточно плотненько, аккуратно. Ткань здесь. И еще один момент, который я практически всегда вижу в классических Джорданах или Данках, это как выполнены вот отверстия для шнурков. И здесь они выполнены, ребята, очень круто, очень качественно. В общем, короче, если вы захотите подарить эти кроссовки кому-нибудь, это будет мега круто.
Естественно, вы должны понимать, что есть определенные приколы с размерами, а именно то, что US размер отличается у девчонок и парней, поэтому просто на это стоит обращать внимание. Ну, вот как-то так.